совпадает, когда мы делали выставку, то вот этот последний зал здесь, там, где работа Ивана Светличного, это современный художник, которого мы попросили, он делал дизайн выставки, помогал делать дизайн выставки, и это тоже просит рассматривать как часть экспозиционного дизайна, да, в том смысле, что попытка сделать зрителя еще на шаг ближе к Аксинину и раскрыть его еще с одной стороны, да, то есть поместить его внутрь мира Аксинина. И поскольку Ваня, он художник, который работает с цифровыми медиа, то он как раз настаивал и он открыл для себя тоже то, что мир Аксинина и мир, и вот эта топография как бы его, этого мира, и те сетки, по которым он создает эти работы, они абсолютно совпадают с теми подходами или такой логикой пространственной, которая есть именно в цифровом мире. Что это абсолютное совпадение, потому что, с одной стороны, как бы Аксинин абсолютно аналоговый художник, он работает с традиционными вещами, но он попадает в режим существования цифрового пространства и логики законов, которые характерны именно для цифрового пространства. И прежде всего, это вот эта плоскостность, которая не пытается имитировать пространство, да, а она, там есть пространство, но оно несколько другое, да, это не имитационное пространство, оно просто другое. Вот тут тоже повтор, да, это история, экспресс Игоря Веденского, это тоже с одной стороны. И еще есть вот, что тут роднит, как бы, Аксинина с иконописью, да, помимо этой обратной перспективы, есть еще момент в иконописи такой очень буквальной иллюстрации или очень буквальной интерпретации текста, перевода текста, буквального перевода в визуальный образ. И вот здесь, как рассказывал Игорь Веденский, чей экслибрис, собственно, сейчас на экране, он говорит, что он вырос из таких обсуждений многократных с Аксининым специфики его работы, а он тогда писал диссертацию про то, как воспринимается топография, карты, он занимался картами, как с высоты птичьего полета, вот особенности зрения, как воспринимает человек карту. И они очень много говорили о зрении, вообще о специфике и о том, насколько оно ограничено. И вот этот глаз в клетке – это почти буквальная такая иллюстрация этих разговоров и бесед. Да? Помимо того, что там есть еще и слои другого порядка, и какие-то представления Аксинина, и его и размышления об этом. Но вот эта буквальность, она тоже здесь есть. И в его работах, мне кажется, тоже достаточно много такого очень буквального перевода из текста в образ, из текста в знак. Поэтому
отчасти связано с пространством, да, потому что его пространство, оно как раз не живое, да, оно, ну, потому что жизнь, она динамична, да, то есть одна из главных характеристик жизни и жизненного пространства, то, что в нем есть некая динамика. Я сейчас говоря, вот тут для меня такой большой вопрос. То есть, с одной стороны, да, хочется рассказать, как Синин умерщвляет, да, вот он буквально прикалывает все к своим местам, и там бабочки или там этому нет никаких пошевелений, да, или вот как из барышни, которые играют в бильярд, да, у них прям, это тоже такой частый его ход, когда ноги не заканчиваются ступнями, а они перерастают в поле, в котором они находятся. Расстание, и здесь ты можешь вот как отдельный образ. Я подумала, что действительно динамика — это хороший был подход живое и мертвое, но то же самое тонкое, что может быть, это вот механизм, как София сейчас, да, искусственный интеллект, когда ты не можешь различить, а живое или нет, это тоже динамично. Опять мы возвращаемся к этому ощущению цифрового пространства. Да, живое и не живое — это же еще переживание и слово, да, отношение к переживанию и слову. Отношение письменности и какого-то закона, можно это с такой точки зрения посмотреть на эти отношения, тем более, что он очень посмотрите, что немного входит, понятно, слово, спасибо. И вот они такие есть отношения специфичные. То есть все, что даже там еще пару работ есть специфичные, то, что там подходит. Вот, например, да. А с одной стороны, вот Иван все такое красочное, такое вот цвета, яркие, все очень-очень много элементов, какие-то символы жизни, там игрушки какие-то, такие вот жертвы подобные, да. Все такое буйство, геонисийское буйство жизни, да, такое, вот если посмотреть, то по отдельным символам, но. А оно все в такой структуре, какие-то конвейерах, да, то есть все какое-то вот это живое, а оно даже не в конфликте, ну, оно подчинено чему-то вот этому пропускному ложу, оно в конвейере, оно в каких-то машинах, где он удавливается.